Дело в том, что проект по образу и подобию, божественному подобию, запускался именно на Земле, потому что в космосе постоянно шли войны, выяснение отношений, никто ни с кем не мог ни о чем договориться, все друг с другом воевали, чего-то доказывали. И вот тогда появился такой проект по образу и подобию. То есть разные сущностные, как бы, цивилизации космоса вводились в один и тот же образ. Образ человека. Это не значит, что мы всегда имели такой образ. Мы же все проходим одинаковую стадию развития минерального царства, растительного царства, животного царства. И вот, наконец, достигли образа человека. От этого образа надо еще дойти до подобия. Это, как бы сказать, этот проект, в общем-то, успешно прошел. Долго шел, но завершился успешно. И теперь то, что здесь наработано, будет распространяться на все другие галактики и вселенные. То есть это тот принцип, который будет принят всеми. Потому что все хотят обрести образ и подобие самого Создателя. Цивилизаций много, сущностей разных много. Но это же не исключает начало всех этих цивилизаций, всех этих сущностей космоса, оно идет от Бога. Никуда мы от этого не денемся. Его называют, что он ничто. Ну, ничто, которое дало начало всему. Ничто – это ноль. То есть Бог отказался от всех своих абсолютов. Он имел абсолютно все абсолюты, отказался от них в пользу нас, людей, детей своих в космосе. Мы проявляемся, конечно, с отклонениями от нуля, это понятно. Но вот эти отклонения от нуля являются нашими личностными особенностями. У нас два варианта: или мы можем слиться с Отцом и стать какой-то его сущностной частью. Это вариант возможен. Это вариант движения в вечность. Можем развиваться в бесконечность. То есть, сохраняя свою личностную индивидуальность, наполнять себя знаниями Отца. Опять же, это выбор. Выбор, который делает человек. Центростремительный или центробежный.